Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. В этот раз мы в симуляторных боях War Thunder на американском самолете P-47D-25 Thunderbolt. И в этом видео я расскажу вам, как данный самолет чувствует себя в симуляторных боях War Thunder и как вообще на нем нужно летать и как его нужно применять. Ну, хотя применение, в принципе, у этого самолета одно, а именно бум-зум и скоростные атаки на проходах. Ну, то есть, какой-либо маневренный бой Thunderbolt'у в принципе противопоказан. Ну, ввиду того, что этот самолет не просто тяжелый, а очень тяжелый. Ну, то есть, то еще бревнище. И если вы на нем пойдете в маневренный бой, то это однозначно будет ошибка с вашей стороны. Ну, то есть, масса пустого самолета составляет 4250 килограмм. Ну а взлетная масса составляет аж 6620 килограмм. Такая огромная масса. Двигатель, конечно, у самолета тоже довольно-таки мощный стоит. А именно на нем установлен двигатель Pratt Whitney R2863 Double Wasp мощностью аж 2300 лошадиных сил. Но вы сами, думаю, понимаете, что даже такого мощного движка недостаточно, чтобы компенсировать огромную массу этого самолета. Ну и в итоге у Thunderbolt скороподъемность довольно-таки низкая. Но это означает то, что он и высоту плохо набирает, и динамика разгона у этого самолета довольно-таки низкая. Ну и плюс ко всему он еще и скорость очень сильно сливает на маневрах. Но это означает то, что если вы начнете пытаться крутиться с противником, то всю свою набранную скорость вы сольете довольно-таки быстро, а разгоняться по прямой будете очень долго, и как следствие в этот момент будете очень уязвимы для атаки противника. Текс, сейчас опасный момент. Бэмби выходит на атаку, открывает огонь, и есть первый фраг. Просто снес неприятеля. Блин. Ну да, Thunderbolt вооружен 8 крупнокалиберными пулеметами Браунинга, ну, калибра 12,7. И на данный момент в тундре такой чистокол из Браунингов сносит противника просто на ура. Ну, каких-то проблем со сбитием вообще не возникает. Достаточно дать только хорошую такую очередь по противнику, и все, до свидания. То есть в таком случае Браунинги либо самолету противника крыло отпилят, либо подожгут самолет неприятеля, либо вынесут ему пилота, либо еще что-то в таком духе. Ну, то есть после одной такой хорошей очереди по самолету противника зачастую оказывается достаточно для сбития или для нанесения каких-то очень серьезных повреждений, после которых неприятель уже не сможет продолжать свой полет. Ну, это я все к тому, что от урона крупнокалиберных браунингов в War Thunder я остался просто в восторге. Ладно, давайте продолжим разговор про летно-технические характеристики Thunderbolt. Ну и плюсами данного самолета является очень высокая скорость полета по прямой, а также отличный разгон в пикировании. Ну, из-за очень хорошей аэродинамики этого самолета. Ну, то есть, если вы Thunderbolt разгоните до очень большой скорости, то вы сможете увидеть то, что набранную скорость он держит очень хорошо. Ну, при условии, что вы летите по прямой, конечно же. Если вы начинаете маневрировать, то набранная скорость сливается довольно-таки быстро. Ну, то есть, Thunderbolt это, конечно, высотный истребитель в первую очередь. То есть, лучше всего показывает себя именно на очень больших высотах. Но при этом и у земли скорость данного самолета может нас радовать, причем очень даже. Кстати, тут вы могли заметить, как я второй фраг оформил уже. Ну а касательно маневренности Thunderbolt, я в принципе уже высказывался, что какой-либо маневренный бой ему в принципе противопоказан. То есть большинство противников Thunderbolt перекрутят вообще безо всяких трудностей. Ну, несмотря на то, что крылья у самолета P-47 имеют довольно-таки большую площадь, а площадь крыла 27,87 квадратных метра. Но при этом и сам самолет очень тяжелый, и нагрузка на крыло один фиг получается очень большой.
Ну и также вспоминаем о низкой скороподъемности этого самолета, о том, что он очень быстро сливает скорость на маневрах, и о том, что он очень плохо набирает эту самую скорость. Ну и в итоге получается, что никакого маневренного боя, только бум-зум и атаки на проходах. А вы уж сами смотрите, нравится ли вам геймплей подобного рода или не нравится. То есть кому-то нравятся самолеты именно такие маневренные, чтобы крутиться, вертеться со всеми. И Thunderbolt к этим самолетам уж точно не относится. А другим игрокам, наоборот, нравятся самолеты для бумзума, чтобы летать на большой скорости, атаковать противника на проходах, улетать в закат и все такое. И вот для такого типа игроков Thunderbolt будет идеален, скажем так. Ну, поскольку это идеальный самолет для бумзума. Ну, то есть быстрый, с отличным вооружением, которое позволяет сбивать противника одной короткой очередью. Вот как этот Як-1 просто разнесло на ошметки одной короткой очередью. Ну и также Thunderbolt отлично управляется на больших скоростях, что тоже, в общем-то, делает его отличным самолетом для бумзума. Ну и единственное, чего не хватает Thunderbolt'у для этой роли, так это скороподъемности. То есть если бы у него еще хорошая скороподъемность была для быстрого возврата на высоту, то это вообще замечательно было. Ну, и так хорошо. И так он отлично бумзумит, скажем так. Тем более, как я уже говорил, в симуляторных боях в War Thunder никто особо высоту и не набирает. Как вы уже не раз видели, все в основном ведут бой на каких-то малых высотах. И достаточно просто на километр выше противника быть на самом деле. Ну и тут вы можете заметить, что я отлетал, в принципе, со счетом в 4-0. Ну, то есть, если играть на Thunderbolt'е исключительно от бумзума, я атакую противника на проходах, то фраги можно набирать. Хотя, конечно, если вы попробуете этот самолет использовать для маневренного боя один на один, то, скорее всего, вас будут сбивать постоянно. Так что правильное применение самолета, скажем так, очень важно. Текс, а это кто у нас? Союзник? Или не союзник? Давайте проверим. Ну, похоже, это все-таки союзник. Поскольку это какой-то Hellcat или что-то такое. Да, это Hellcat. Ну и ладно, не лишним будет проверить, как горится. Ну и да, я ж не сказал еще о боевом рейтинге самолета P-47. И данный летательный аппарат в симуляторных боях обладает боевым рейтингом 3.3. Ну, то есть, по факту, является самолетом для противостояния второй эры. Хотя там, конечно, придется на него набивать очки возрождения. Я же обычно по-другому поступаю и просто беру P-47D-25 в качестве начального самолета в симуляторные бои третьей эры. Благо, что летно-технические характеристики этого самолета подобное позволяет. Очень уж он быстрый, скажем так. И минус фока в лобовой. Ну, то есть на Thunderbolt'е можно ходить и в лобовые, в принципе. Почему бы и нет? То есть, конечно, вооружение в крыльях расположено. Но, блин, плотность огня такая, что один фиг он сбивает в лобовых. Причем очень даже неплохо. Ну и также на самолете P-47 мне понравилось то, что у него триммеры есть для всех органов управления. Ну, то есть триммер руля высоты, триммер руля направлений и триммер элеронов. То есть ты самолет можешь затримировать так, как тебе удобно. Ну, для прямолинейного полета на необходимом режиме, скажем так. О, есть поджог. Вот как раз сейчас вам продемонстрирую, как P-47 работает против четырехмоторных бомбардировщиков. Хотя мы уже видим, что он полыхает просто сразу в нескольких местах от буквально пары очередей. Так что если вы летаете на P-47, то в принципе не стесняйтесь атаковать всякого рода бомбардировщики, поскольку забрать их в принципе какого-то особого труда не составит. Но вообще, если говорить о P-47 в общем и целом, то в симуляторных боях с БРом 3.3 он чувствует себя очень даже хорошо. Ну, то есть, напоминаю вам, то, что это у нас самолет с двиглом аж в 2300 лошадиных сил, отлично разгоняющийся в пикировании и обладающий очень высокой скоростью полета по прямой. Так, что это было только что?
А, у меня 6. Ну вот как раз таки сейчас время продемонстрировать единственный доступный маневр уклонения на этом самолете, а именно разогнаться в пикировании и просто полететь в сторону аэродрома. Ну и напомню, что боевой рейтинг Тандерболта позволяет брать его в противостояние второй эры, ну, если вы сможете набить очков возрождения. Но при этом я, блин, летал в противостояниях третьей эры на этом самолете, затаскивал его, то есть, и вообще какого-то дискомфорта я на нем не ощутил. Ну, то есть, если использовать выдающиеся скоростные характеристики этого самолета и играть исключительно от бумзума, ну, то есть не вступая в маневренный бой и не сливать скорость набранную, то каких-то трудностей у вас вообще не возникнет. Причем даже в симуляторных боях третьей эры, не говоря уже второй. Ну а если говорить о набивке лент, то я беру трассирующую ленту. То есть на П-47 трассирующая лента состоит полностью из бронебойно-сжигательных трассирующих пуль и поджигает самолеты противника, она просто на ура. Я думаю, вы и сами видели в данном видосе, как она может себя показывать очень хорошо. Ну и также, если говорить о плюсах самолета П-47, то не лишним будет отметить его очень высокую прочность. То есть самолет реально удар держит, и я на нем периодически возвращался на аэродром с очень такими серьезными повреждениями, что, естественно, не может не радовать. А вот что мне не нравится в этом самолете, так это обзор в заднюю полусферу. То есть обзор в заднюю полусферу довольно-таки хреновый. Бронеспинка обзор очень сильно загораживает. И зачастую просто не видишь, как тебе кто-то там на 6 выходит. О, минус противник. То есть еще одна демонстрация того, как браунинги могут сбивать даже довольно-таки прочные самолеты. Так, ну что, давайте закругляться понемногу. А, ну и да, я забыл еще упомянуть то, что Thunderbolt можно очень даже неплохо использовать в качестве штурмовика. Тем более и в реале тоже в качестве штурмовика его использовали. Ну, то есть данный самолет может нести 10 ракет Хвар, 2 бомбы по 1000 фунтов и 1 бомбу на 500 фунтов. И это все одновременно. То есть боевая такая нагрузка для поражения наземки у этого самолета очень высокая. Ну и также вспоминаем то, что чистокол из 8 браунингов может поражать наземную технику просто только в путь. Так что если у вас есть желание повыносить наземную технику на этом самолете, то почему бы и нет, собственно, поскольку данный самолет может себе очень неплохо показывать в данной роли. Текс. Давайте посадку осуществлять. Выравнивание. Минимал. Выдерживание. Есть касание. Отлично. Ну и в любом случае, надеюсь, это видео было кому-то интересным. И всем спасибо, всем до свидания.